Так, куртка мне нужна. Пойду зайду в фамилию, посмотрю вдруг, что увижу интересненького. О, короткая куртка, как я хотела. Конечно, холодно будет, но красота требует жертв. Вообще, балдеж, нормально. Так, ну-ка, а что, сколько стоит? Чего? 1139 рублей? Нифига себе, фамилия это удивляет. Конечно, берем. Так, ну самый главный критерий для меня, это чтобы было все закрыто, прикрыто и тепло. О, пуховик Зара. О, длинный. Так, горло закрыто, капюшон есть, карманы есть, сзади все прикрыто. О, и по стоимости вообще нормально. Не, ну шарф надо обязательно. Особенно за 349 рублей, не, ну это грех не купить. Мне готово.